Я, как мама, могу сказать, все началось именно с Талантина, поэтому мы благодарны, девочки, вам, потому что все началось с макарошки, сегодня мы фотографировались, а детки наши растут, они не только растут, вырастают, они растут в творческом плане, в актерском, да, я это сегодня видела, мне было очень приятно. Девочки, если бы не было Талантина, если бы вы когда-то это все не сделали, не было бы тех судеб, которые, вот я думаю, что... Через 5-7 лет эти детки, которые встретились в Талантино, которые встретились благодаря вам на съемочной площадке, эти детки будут кто-то актером, кто-то режиссером, у них будет своя среда, в которой они будут вместе, они будут друг друга помогать, они будут то поколение, которое им будет легко. Во всяком случае, мне кажется, легче, если бы они друг друга не знали. И если бы не было вас, лично в нашей жизни, в нашей судьбе, потому что было сначала Талантино, потом «Осторожно, дети», а потом уже все пошло, как идет. Вот, так что, девочки, спасибо вам большое, прибольшое. Ну, я хочу сказать про Долмазяна. Да, давайте. Потому что мы его очень любим. Мы ждем этих встреч. У нас получается так не... Лучшие 10 дней в жизни в году. Да, вот мы его ждем. Мы очень хотим ходить в Талантино, но у нас не получается, потому что... занятость бешеная, вот, но вот именно июнь, когда мы его ждем, мы ждем встречи с Долмазяном, он дает нам очень много, и в будущем тоже, если вы сделаете каждый год, это будет просто традиция. У кого-то Новый год у нас будет июнь.